Праздники новогодние, это так, конечно, прекрасно, но то, что сбивается режим, и я уже третий день просыпаюсь во второй половине дня, не вижу дневного света совершенно, ну, только если с утра. Вот это, конечно, мне не нравится, что ты полдня просыпаешь, ну, выбора нет, спать-то надо, отдыхать надо и отмечать праздник тоже. Привет, привет. Мы сегодня пришли в одно заведение, очень прикольное, в Сыктывкаре. Мы пришли к нашему другу, он нас приютил. Я сегодня в футболочке Микки Мауса. Такая модная. Модная, как в секрет-руме в Москве. Мы сейчас будем танцевать с Кариной. Модная. Карина тоже Диор. Диор. Да, мы взяли с собой напиток. Да. Вино. Вино. Ну, в бокале шампанского, подумаешь. Это, надеюсь, слышно? Я говорю, вино в бокале от шампанского. Мы не привередливые, мы можем и так выпить. Да. Короче, мы в реструм пришли, в Сыктывкаре. Смотрите, здесь какой красивый интерьер. Большие планы, мы хотим потанцевать, ну хотя бы пару минут потанцевать. Карина мне... Так, давайте сейчас будем поем. Давайте поем на камеру. Родные девчонки, незабудка, твой любимый цветок. Послушный поцелуй станет самым горьким. Ты будешь говорить, что я тебя не люблю. Но любить могут одни девчонки. Что ты будешь говорить, что я тебя не люблю. Завтра на работу. И что? Что? Элиса, у тебя очень красивый фон. Блин, прости, пожалуйста. Это вообще у Карины голос. Блин, нет. Может, вы соединитесь там, нет? Все, короче, заканчиваем. Сегодня 5 января, и мы пришли к нашему другу. Он нам приготовил вкусную пасту. Любимый наш таежный романс. Смородиновый цвет. Видите, самая вкусная настойка. Да. Вот. В общем, вот сейчас мы будем дегустировать. Ну, для начала надо выпить. Поэтому... Вкусовые рецепты. С Новым годом, друзья! Ура! Ура! Давай с Новым годом! До встречи! Ура! Да. Я, кстати, ни разу такой не пробовала. Давай. Покажи, как ты умеешь. Ну, как вкусно. Вообще просто ягоды, знаете, натуральные. Так, и давайте попробуем. Сразу вот попробуем. Егор, не смотри. Я же стесняюсь. Как я должен, конечно. Так, сейчас мы попробуем. Так долго беру, ладно. Очень долго, ну. Ладно, пока елку снимем. Ну что, соли хватает? Потрясающе. Я очень часто бываю в итальянских ресторанах и скажу, что они отдыхают. Это очень вкусно. Да, это настоящий шеф-повар. Тебя сейчас да. Не узнают подписчики. Спасибо, что накрасилась вообще. Да. Мы распробовали итальянские блюда. Пасту очень понравилось. И сейчас покажем вам наши
родные таежные напитки, которые называются настойка «Таежный романс». Какие у нас виды, их очень много. Итак, у нас в наличии имеется смородина, клюква, морожка, брусница. Брусника. Мы уже попробовали смородину, вот немножко отпили. Вот. И сейчас, да, и сейчас мы же попробуем там бруснику или клюкву и по итогу скажем, какая самая лучшая. Как нам сказал Егор, что он хотел нас удивить сегодня с пастой, с креветками, в сливочном соусе и помидорами, которым мы съели на раз, два, три. Это оказалось не так. Самым крутым деликатесом сегодня оказался муксун, вы представляете, которого привезли из самой Воркуты, из самого севера. Это рыба, я так понимаю, копчение, не знаю, холодного, горячего, холодного копчения. Короче, об этом мы и мечтать не могли, вы представляете? В Москве есть ресторан «Экспедиция», где можно поесть северную кухню. В Сыктывкаре это ресторан «Спасский». Я так понимаю, что мы можем... Мы не идем в Спасский, значит, Спасский идет к нам. Да, все. Нас сегодня угостили деликатесом, северным муксуном из Воркуты. Посмотрите, вот такие кусочки. Сюда поближе, еще ближе. Вот, и мы сейчас пьем брусничную настойку. Что может быть лучше? Настоящий северянин это всегда отметит и заценит. Ну что, давай, Карина, за то, что наши мечты сбываются здесь и сейчас. Да? Да. Вкусненько. Ура. И приятненько. Все, давай. Да. Ура! Супер. Съела. Алиса съела рыбку, такая довольная. Киса сидит вообще. Киса, 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 киса. Просто. Да. Короче, я так долго мечтала сходить в ресторан «Спасский», который находится у нас в Сыктывкаре. Там, короче, продвигает вот это вот, короче, ресторан северной кухни, где подают муксун, рыбу, грузди. Грузди, да. Это моё, да. Вот, грузди подают, еще другую всякую рыбу, оленину, представляете, северную оленину. Я так люблю северную кухню, да, вот то, что вот ели наши предки, да. И думаем, вдруг сейчас не получится, потому что столько планов, ну, туда прийти. И в итоге мы приходим с Кариной в гости, нас тут угощают, типа, девчонки, давайте угостим вас муксуном. Мы такие, да ладно, серьезно, типа. Короче, мы в шоке с Кариной. Карина довольна, я довольна. Ну-ка скажи, Катя, ты вообще не ожидала? Ну, нет, не ожидала. Ну, когда мне сказали, Карина, мы приготовили для тебя этот десерт. Какой десерт нахер? Он говорит, рыбу. Мы такие рады были. Даже не ожидал от нашей реакции. Конечно. Короче, я так понимаю, что в основном в нашей стране живут северяне. В основном. Так что я думаю, что все любят северную рыбу. И все попробуйте ее. Попробуйте обязательно, очень вкусная, всем просто советую. Это лучше, чем вот эти гламурные устрицы, там креветки и так далее. Конечно, креветки мы тоже любим, осьминогов тоже. Ну, имейте в виду. Итак, следующая по счету это у нас клюквенная настойка. Ну, вы уже видите, что она вся уже освоена. Раз, рюмочка, два, рюмочка и третья. Это остатки, а остатки сладкие. Будем пробовать. Итак, это клюквенная настойка. Клюква какая? Мы так-то профи, да. А, клюква, давай еще раз попробуем. Я скажу так, здесь 20 градусов, но не чувствуется. Компот. Компот, да. Морс, клюквенный морс. Я вот чуть-чуть продегустирую. Не очень вкусно, но больше всего тебе какая понравилась? Смородина, которая у нас еще есть бутылочка про запас. Мы покупали две.
Если честно, мне смородина очень понравилась, я ее пила первый раз, она мне тоже очень понравилась, но мне также понравилась морожка, потому что морожка такая редкость, и, наверное, за это я ее и ценю больше всего, потому что нигде в России... Нигде в России, там, в Москве, ни в любом магазине не купишь морожку. Любую другую ягоду купишь. Так что открываем свой бизнес, поставляем морожку к вам, кто закажет. Собираем ягоды и настаиваем, настаиваем, продаем. Ну что, давай за этот прекрасный вечер. За 10 лет. За 10 лет дружбы у нас так-то. Ну давайте. Давайте и вам тоже. Все. Мы продолжаем дегустировать настойку. Какую мы попробовали? Смородину. Бруснику. Бруснику. Сейчас будет морожка. Морожка, да. Так, ну морожка, она одна из самых сладких, потому что она медовая. Давай. Давай за нашу, нашу десятилетнюю дружбу. Вы, кстати, знаете, что мы 10 лет уже знакомы? Имейте в виду. Так, давайте дегустируем прямо при вас. Реально медовая, очень вкусная. Кто знает, что, такая, что есть такая ягода? Только настоящий... Ставьте лайки. Ставьте лайки. Но только самый настоящий сибирянин знает, что есть такая ягода. А те, кто с юга или иностранцы, всем пока. Мы с Кариной зарядились самым новогодним настроением. Подключили гирлянды, налили шампанское и будем праздновать самый Новый год! Давайте за вас, за нас, за нашу десятилетнюю дружбу, за наши успехи, за наши влоги и за ваше внимание в наш ответ. Мы вас любим. Естественно. Супер. С Новым годом. Короче, всем привет. Сегодня мы идем курить кальян. Хотя уже скоро будет Рождество. Но сегодня мы идем пить. Ты подруга? У нас влог. Да. И нехуй. В наш влог врываться! Карина секреты не раскрывает. Так это же не секрет. А что это? Это фишка. Это называется фишка. Это фишка. Дома, блядь. Это фишка. Понятно? И главное, не упасть. Не упасть. Музыка танцует сзади, нас накроет это пати в черном авто. Бери меня всего, татуировки черные. Мы с тобой четкие, татуировки четкие. Коктейли черные, твои татуировки не дают мне покоя. Твои ладошки потные, я точно не в себе. Мои глаза голодные, беру тебя стоя. Я так хочу смотрит на меня так глупо, ее качает атмосфера клуба. Музыка нас проводит, музыка нас зарядит, музыка нас целиком запутай. Твои татуировки не дают мне покоя, твои ладошки потные, я точно не в себе. Jacket.
happen.